Я Никишин Евгений Юрьевич. Вынужден был переехать в Донецкую область, города Дружковки, со своей семьей в связи с военным вторжением в Российской Федерации. Лишились работы, лишились заработка. Также дочка лишилась школы. Переехали в Кременчуг, Полтавскую область. Временно перемещенные особы. У ребенка нарушена психика, страдает. Работы найти не можем, так как временно перемещенные особы на работу не берут. Хотели бы обратиться к вам с помощью на грошовую допомогу. Снимаем жилье для коммунальной платы. Как бы средств из-за того, что не моей работы, нам не хватает. Оформили только ВПО, но ВПО нам хватает только на коммунальные послуги. Жилье в городе целое, в моем, где я жил, но сейчас невозможно туда вернуться, потому что идут военные действия. Очень бы хотели вернуть на то, чтобы вы рассмотрели нашу заявку и могли бы нам хоть чем-то помочь, средствами на гигиену, на коммунальные средства и на еду. Будем очень благодарны и хорошего дня. Мир всем!